август – последний месяц лета. Для многих повод огорчиться. Но не будем забывать, что в конце сезона наступает пора спелых, сочных и вкусных арбузов. Мальчик или девочка, круглый или продолговатый, с желтым пятном или без? Как выбрать самый вкусный, узнаем прямо сейчас. Выбирая арбуз, мы привыкли обращать внимание на его цвет, форму и хвостик. Если он сухой, значит арбуз вкусный, а если зеленый, еще не дозрел. Александр торгует бахчевыми несколько лет и за это время, признается, сбился со счета, сколько раз ему приходилось развеивать этот миф. Хвостик – это определение только когда его срезали. И все. Если хвостик зеленый, просто значит свежесрезанный арбуз. И все. Вместо того, чтобы уделять внимание одному лишь хвостику, оцените вид ягоды в целом. Пятна желтые – это хороший показатель, что арбуз лежал, зрел. Ага. Чем больше пятно, тем лучше или не имеет значения? Важно, чтобы оно было. Важно, чтобы оно было. Размер его не имеет значения. Впрочем, как и форма. Круглый или продолговатый – неважно. Чтобы точно не ошибиться, продавец рекомендует в буквальном смысле прислушаться к арбузу. Арбуз должен быть звонкий. Вот видите, хороший звонкий арбуз. Ну тут вот все звонки. Конечно, в выборе арбузов есть свои нюансы. Например, ягода «девочка» всегда вкуснее и слаще. Арбуз «девочка». Звук хорошего арбуза. Желтые пятнышки есть. Можем его проверить и вскрыть. Разумеется, мы от такого предложения не откажемся. А заодно проверим, работают ли теоретические правила выбора на практике. Даже трескается весь. Арбуз будет спелый очень. Очень жаль, что камера не передает аромат. Вы даже не представляете, какой запах здесь стоит. Все, о чем говорил Александр, сработало. На вид арбуз шикарный. Осталось попробовать его на вкус. Он очень вкусный, правда? Давайте вы со мной, пожалуйста. Да, давайте. Конечно, резать арбуз на месте нельзя. Ни один продавец на это не согласится. Но для нашей съемочной группы Александр сделал исключение. На этом проверка не заканчивается. Покупаем еще один арбуз и вместе с ним едем на импровизированную кухню. В интернете советуют обращать внимание на разрез арбуза. Говорят, что он не должен быть слишком гладким. Давайте посмотрим, какой у нас. Ну вот, крупинчатый, шероховатый. Это говорит о том, что продукт полностью натуральный. Следующее, на что нужно обратить внимание, наличие желто-белых нитей, которые свидетельствуют о нитратах в продукте. Но, как мы можем заметить, и нитей у нас здесь тоже нет. А для самых пытливых есть еще один эксперимент. В стакан с водой опустите кусочек арбуза и оставьте на 15 минут. Если за это время вода не окрасится, а арбуз не потеряет форму и не разойдется на волокна, значит, вы купили качественный продукт без вредных добавок. Время прошло, вода не окрасилась и даже не помутнела. Кусочек арбуза не потерял своей формы и остался в том виде, в котором мы его в стакан и опустили. Однако, каким бы чистым ни оказался арбуз, есть его в больших количествах специалисты не рекомендуют. Идеальная порция 300 граммов, а за весь день, как бы ни хотелось, увы, можно съедать не больше 1 килограмма. Это достаточно полезный продукт. Потому что в нем много микроэлементов различных, есть витамины, в нем большое количество жидкости, полезной клетчатки, практически нету, точнее ноль жира, и не очень большое количество углеводов, всего 6 грамм на 100 грамм мякоти. Арбуз богат антиоксидантами, которые, в свою очередь, полезны для молодости и свежести организма. Так что, если вы хотите не только насладиться вкусом самой летней ягоды, но и преобразиться, то смело выезжайте за своей порцией. Точки продажи арбузов в Химках работают по адресам, которые вы видите на экране. Нина Липанова, Руслан Сафин, Дмитрий Бочаров, Роман Чернявский. Новости Химки ТВ.